Здравствуйте, дорогие мои зрители и гости моего канала. С вами Татьяна Егорова-Речкалова, город Ростов-на-Дону. Посмотрим мы с вами коллекционные образцы кристаллов и покажу я вам коллекционные камни в изделиях. Так, давайте, наверное, начнем вот с кальцита. Вот такие у меня есть два карандаша. 1050 рублей. Великолепнейшие экспонаты. Вот так. Это может быть в коллекцию кому-нибудь. 1030 рублей стоит правый. И вот так немножечко. 1050 левый. Красавцы. Так, и есть у меня вот такой двухголовый аметист. Это натуральный кристалл. Вот как он есть в породе, вот так он и аметист. Уругвай. 1500 рублей. Так, есть у меня кристаллы аквамаринов. Смотрите, вот каждый кристалл, кристаллы живые, они не обработанные, вот как они есть в породе, вот так они и есть. Значит, цена от 300 рублей до 800. Буду взвешивать и буду рассказывать, что сколько стоит. Вот такой есть, смотрите, сросток прям кристаллов. Очень интересные такие вот вещи. Значит, аквамаринов у меня много. Вот такая планшеточка аквамаринов. Вот есть и маленькие совсем, есть и большие. Вот те, которые я вам показала. Так, с аквамаринами понятно. Далее, вот такие галышики лабрадора. Смотрите, вот такой радужный, красивый. 700 рублей стоит вот этот камешек. Вот такой лабрадор. Так, и вот такой есть у меня еще. О! Красавец, смотрите, разноцветный весь, тоже 700 рублей его стоимость. Так, это золотистый обсидиан, 1800 рублей стоит вот такая галтовочка. Смотрите, не маленький, вот так. Является уникальным источником энергии и поглотителем негативной энергии, источников положительной для нас с вами и поглотителем негативной энергии. Вот так. И есть у меня вот такие друзы аметиста. Я их как-то уже показывала. Друз у меня очень много. Значит, что вот это такое? Вот я вам показала их в коробочке так, как они ко мне пришли. То есть вот эти моменты, это обычная салфетка чисто для транспортировки. Ее можно снять и посмотреть, допустим, что... Как выглядит друзочка? Вот смотрите, вот она. Аметист Уругвай, 1900 рублей стоит вот эта друза. Вот смотрите, вот она растет на породе, вот так. Она уже взвешена. Вот, не нравится на планшетке, друз у меня очень много. Я выберу любую, какая понравится вам. Так, вот смотрите, 1200.
Вот, она ее тоже можно раздеть, посмотреть на нее. Вот так. Вот она. Крупные кристаллы, очень красивые. А вот друзочка из мелких кристаллов, смотрите. Тоже можно ее раздеть и посмотреть. Так, стоимость ее 700 рублей. Значит, есть совсем маленькие друзочки по 180 рублей. Вот, смотрите, вот она вот так выглядит. Вот так. Вот будет у вас вот так стоять на столе, либо на рабочем, либо дома где-то будет очищать пространство. У нас в офисе очень комфортная обстановка. Вот мне кажется, и за счет вот этих друзочек тоже у меня на каждом столе у сотрудниц лежат вот такие вещи. Но я ж не могу о собственной фирме не позаботиться. Так, повторюсь, есть совсем маленькие, 180 рублей. Сейчас я покажу. Так, это 850. Вот. Так. Вот такая очень интересная. Смотрите, смотрите, какие кристаллы. Очень красивая, тоже 850 рублей. Вот такая друзочка, 180 рублей. Вот если ее развернуть, она будет, вот смотрите, ну вот такой маленький. Вот так, смотрите, вот, на тоненькой подкладке, это самое. На тоненькой породе. Вот такая друзочка, 180 рублей. Так, смотрите, еще что хочу показать. 730 рублей. Вот такая красавица. Вот так. Очень интересно. Семьсот рублей тоже. Так, и 800. Ну, понятно, да? От 180 и так, это я потом разберусь с ними. Ну что, с минералами мы разобрались. Хочу показать вам сегодня изделие от мастера Романа. Чем интересен этот мастер? Ну, в основном информация для тех, кто первый раз зашел на мой канал. Он сам огранщик. И отношение к камню у него таково, что каждый, вот все, что выходит из-под его резца, это шедевр. Вот такой шедевральный соколиный глаз. Очень оригинальном обрамлении, камни натуральные, там где будет подложка, я буду говорить. 19 размера, роскошнейший камень, стоимость его 7000 рублей. Значит, смотрите, вот эта конструкция тоже позволяет уменьшить, либо чуть-чуть, скажем, на вот 19 до 19,5, я думаю, я смогу его увеличить. Вот эта конструкция. Далее, это колечко не от мастера Романа, но камень здесь тоже уникальный. Значит, это аквамарин, вот в таком интересном обрамлении. Размер. Так, что-то пальцы отекли сюда с утра. Размер
18,5. Стоимость 10 000 рублей. Вот так. Это турмалин от мастера Романа. Смотрите. Вот. Вот такой красавец, полихромник. Он очень толстый, высокий, и поэтому вот, ну, не получается его увидеть на свету, только на солнце. Ну, а солнце у меня имитирует только этот фонарик. Так, размер 18 у него. Вот такое колечко, стоимость 6 000 рублей. Вот так. Значит, у меня заявлен этот камень как тигровый глаз, но вот то, что вижу я, это все-таки тигровый и с переходом джаспелит. Вот такой высоченный красавец. Размер 18,5. Фантастический камень. Просто фантастика. Так, и стоимость его 5 500 рублей. Принит с шерлом. Вот так. Размер 18. Светло-зеленый, полупрозрачный. И вот с такими кристаллами шерла. Внутри 4 500 рублей. Так, эти серьги тоже не от мастера Романа, но мне их просто не с чем показать. Это лабрадор, 13 грамм вес одной серьги, стоимость 4 000 рублей. Вот так занижен штифт на любой прокол и на любую мочку. Вот такие красавцы. 4 000. От мастера Романа берил. Вот, смотрите, кольцо разомкнутое. Так, размер 18. Отекли с утра пальцы, поэтому адекватно не получается померить. И, ну, ничего страшного. Я думаю, все придет в норму. Значит, камень более зеленый, чем его показывает камера. Камера уходит в синеву. На самом деле камень травяного цвета. Вот такой роскошный берилл. Стоимость его 6 500 рублей. И еще принит с шерлом. Великолепнейший экземпляр. Размер 18,5. Вот так. Великолепнейшее обрамление. 4 500 рублей. Так, второй ряд. Ну, здесь шедевр за шедевром. Вот такие шедевральные рутиловые кварцы. Вот мы их буквально позавчера с вами смотрели, но то, что мастер Роман предлагает, это, конечно, нигде нет таких камней и по чистоте, и по красоте ни у кого. Я вам могу сказать абсолютно точно. Вот такие шедевральные серьги. 11 грамм вес одной серьги. Камни прозрачные.
рутил, смотрите, бомбический. Вот так. Стоимость их 10500 рублей. Раухтопаз или дымчатый кварц. Наверное, правильнее дымчатый кварц. Великолепнейший чистоты и красоты. Размер 19. Вот так. Стоимость его 4500 рублей. Еще серьги от другого мастера. Это Армения. Мне тоже вот осталось две пары, не с чем показать. Это черный агат, наш защитник и талисман, и синяя шпинель. Вот такие серьги. 13 грамм вес одной серьги. 4000 рублей стоит эта пара. Занижение штифта. 3 миллиметра. Так, берил от мастера Романа. Вот в таком обрамлении. Размер 18. Мне кажется, вот такие вещи, это все-таки унисекс колечки. И мальчикам, и девочкам. Стоимость берила 5000 рублей. Великолепнейший, шикарнейший раух. Или дымчак. Наверное, все-таки дымчак. Значит, с эффектом он идет астеризма. Сейчас покажу. Вот такая звезда могучая бегает. Смотрите. Вот она. Вот так. Шикарный экземпляр. 18,5 его размер. Такой раухтопаз. 5000 его стоимость. Бомбический, великолепнейший афганец. Это лазурит, перитизированный. Вот такая звездная ночь. Смотрите, какое роскошное оформление. Клейма стоят. Размер 18,5-19. Вот такая бомба. Стоимость 5500 рублей. Нумит. Тоже с подсветкой посмотрим. По-другому никак. Смотрите. Вот так. Нумит, Гренландия. Камень натуральный. И вот такие искры идут по нем. Клейма стоят. 18,5 размер. Могу до 19 увеличить. Стоимость Наумита 7500 рублей. Тигровый глаз. Вот в таком роскошнейшем оформлении. Вот так. Размер 19,5-20. И могу еще увеличить. Бомбическое кольцо. Вот так. 7000 рублей. И последний ряд. Вот такой цитрин. Размер 19. Так, никуда не налезает. Так, размер 18,5. Немножечко ошиблась с размером. Камень шедевр. Вот так, с обратной стороны.
Стоимость цитри на 5000 рублей. Шикарнейшая хризоколла. Вот эта хризоколла идет на подложечке. С размером сейчас определимся. 18,5, смотрите. Вот так. Стоимость колечка 5000 рублей. Стоимость сережечек 8500 рублей. Вместе будет на 500 рублей дешевле. Вот так. Вес серьги 7,5 грамм. Очень яркая, сочная, как раз на лето. Вот такой шедевр. Это соколиный глаз. Посмотрите на оформление. Вот так. Стоимость его 7000 рублей. Набор с бериллами. Колечко 20 размера, значит, сокол 20 размера. Колечко 20 размера. И, ну, наверное, это все-таки комплект. Посмотрите, рассрочка действует. Цены не маленькие, но и камни шедевральные. Значит, вес серьги 6,6 грамма. Очень легкие. Занижение штифта имеет место быть. Вот так. И стоимость комплекта 15000 рублей. Так, кто спрашивал бирюзу Казахстан? Нашла у себя три колечка. Вот это колечко маленькое стоит 18 размера. Стоимость его 3000 рублей. Стоимость вот этого колечка. Размер 17,5. Стоимость 4000. И вот это колечко стоит 5000 рублей. 18 размера. Так, отекли. Вот так. Кварц-волосатик были у нас с вами. Вот буквально в показе. Ну, здесь одни шедевры. Прозрачные. Вот забитые рутилом экземпляры. Великолепнейшие. Так. И размер 18, ну, показывает у меня 18,5, наверное, так и есть. Может быть, на 18, 18,2, вот так. Так, волосатики по 5000 рублей. Вот такие бомбические камни. Прозрачные и полностью забитые рутилом. Так, размер этого камня, простите, размер кольца 19. Так, вот такой турмалин есть у меня. Сказочные. Турмалинов вот в таком оформлении очень много. Если будет нужно, я еще покажу. Значит, размер, ну, наверное, 19, 18,5, так, 4000. И последний показываю изумруд Малышева, вот такой круг, в разомкнутом обрамлении, 18 размера. Так, даже, наверное, не 18-го, нет, 17,5. Можно еще меньше, еще уменьшить, либо увеличить.
Вот так. Стоимость его 8500 рублей. Ну вот на этом я, наверное, и закончу свой сегодняшний показ. Будьте здоровы и всего вам самого доброго. С вами была Татьяна.